Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, сегодня я иду пешком, а иду я сейчас в автохаус Honda смотреть свой новенький мотоцикл. Так что оставайтесь на связи, сейчас все увидим. Итак, друзья, я уже подошел к салону, сейчас я зайду в него, и мы будем смотреть мой новенький мотоцикл. Так, друзья, сейчас посмотрим мой мотоцикл, где он. Сейчас он там под телефон разговаривает, поговорит, и я думаю, покажет мне мой мод. Ну, давайте пока осмотримся здесь, что вообще почем. Неплохой экземплярчик. О, тоже шикарный цвет. Это же как моя. Нет, это 500-ка. В принципе, выбор неплохой. Есть чего выбрать. Сейчас вот как раз какой-то из них стоит здесь по-любому. Потому что на них написано, что они уже проданы, вот эти мотоциклы, которые здесь стоят. Так что сейчас дождемся, пока он поговорит по телефону, и мы, соответственно, узнаем, какой же из них мой. Хотя я могу вычислить, на моем должно быть USB-розетка. Так что сейчас посмотрим, где есть USB-розетка, тот и мой. Так, здесь нету. Здесь. А, по-моему, вот он. По-моему, вот. Ладно, я предполагаю. Так, друзья, мой мотоцикл едет ко мне наверх. Вот он, посерединке. Я волнуюсь. Цимлич кули системе, а? О, перфект. Танке. Так, друзья, вот этот мотоцикл, который сейчас здесь стоит, это принадлежит теперь мне. То есть, когда его поставят на учет, застрахуют, я его отсюда заберу, естественно. Ну, а сейчас давайте просто посмотрим вообще, как он выглядит. Я первый раз его вижу. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Так, ну что я вам скажу, ребята, вещь обалденная. Сидеть удобно, шикарно. Осталось только права доделать, ну, что-то поставить и забрать этот девайс и рассекать на нем.
Кстати, тут должно быть USB. Я не понимаю, как оно здесь открывается. Ага. А, вот оно как. Смотрите. Две розетки USB сюда можно подключать. Заряжать, скажем, пауэрбанк какой-нибудь по дороге или телефон. Это я отдельно заказывал. Серийно она не идет, эта штука. Сцепление классное, мягенькое. Ну, хотя так, могло быть и мягче. Ручки, конечно, надо будет потом эти дурацкие заменить. Самое главное у этого мотоцикла надо заменить вот этот хвост с номером, потому что он ужасен, он реально ужасен. Так, ну, в общем, я реально доволен покупкой. И, честно, ребята, я счастлив. Я так долго его ждал, так долго настраивался на эту покупку. И вот, наконец-то, он мой. Так. Так, приборка у нас тут. Ключ мне не дали. Что-то моргает здесь, надо спросить, что это за хрень. Вот это я просил не клеить. Они взяли, наклеили. Так, надо сейчас поговорить с ним. Где он, куда спрятался? Ich glaube, wir haben ein Problemchen. Ich habe damals explizit gesagt, sowas soll nicht sein. Nein, mach mal wieder runter. Okay, gut. Aber wird das keine ohne Spuren? Nein, das haben wir ja gerade erst geklebt. Dann, ach so. Dann schiebe ich sie wieder runter, dann machen wir sie halt dementsprechend halt weg. Okay. Hab ich aber auf dem Auftrag, bin ich dann in der Hose hochgeschrieben. Nee, ich hab dir damals gesagt, also ich wollte was anderes aufkleben. Ja, das wolltest du mitbringen dann, ne? Oder wie war das gewesen? Ich wollte selbst aufkleben, ja. Irgendwann. Das machen wir runter. Okay, gut, wenn es möglich, dann ist es okay, gut. Und dann ist es so. Und hier blinkt irgendwas, ist da was? Elektronische Lichtversperrung. HISS ist Honda Intelligent Security System. Was bedeutet das? Elektronische Wegfahrsperre. Das ist im Endeffekt ein Code, der auf dem Schlüssel drauf gespeichert ist. Mhm. Das heißt, wenn du den Zündschlüssel hier reinsteckst ins Fahrzeugschloss, dann liest der Transponder, der hier ist, diesen Code aus, mhm, und nur mit dem Schlüssel kriegst du das Fahrzeug gestartet. Davon hast du aber zwei Schlüssel, mhm, falls du einen verlieren solltest. Aber wenn, mhm, halt einen verlierst, dann musst du halt anrufen, dass wir dann Ersatzschlüssel dann halt wieder bestellen. Mhm. Der muss dann wieder angelernt werden, damit du wieder zwei vollwertige Schlüssel hast. Mhm. Sonst hast du keinen. Perfekt, okay. Weil ich dachte, vielleicht Alarmanlage oder sowas. Вот про эту хрень я говорю, блядь, ее надо заменить обязательно, потому что она выглядит ужасно. Сейчас спросил у него, может быть, у них есть в ассортименте, чтобы они мне сразу и заменили, чтобы не париться на нормальную. Конечно, придется доплатить, ну да хер с ним, один раз живем. Ну с этой херней ездить вообще жесть. Некрасиво. Так. По наклейке я сейчас попросил, чтобы они ее отклеили, потому что я хотел сюда что-то другое наклеить. Я, когда заказывал, просил, чтобы они сюда ничего не клеили. А они взяли и наклеили свою рекламу. Ладно бы она еще красивая была, а тут такая светло-серая жесть. Фуй, кака. Так, друзья, в общем, жизнь налаживается. Короче, эту жопу заменить, он мне посчитал, что-то около 200 евро будет стоить. Но я что-то не согласен, я лучше куплю эту хрень и сам сделаю потом, как на досуге, чтобы не платить столько денег. Считаю глупость. Оно и будет как раз тема для контента, чтобы буду менять, когда эту жопу. Как раз видос лучше для вас сниму, вам же будет интересно по-любому. Это тема. Так. Надо будет сейчас еще для Инстаграма пару фоточек красивых снять. Обязательно, да. Так, друзья, сейчас настал самый такой ответственный, интересный момент. Сейчас мы попробуем его стартануть. Пробег, обратите внимание, 0 километров, то есть на нем еще вообще нет пробега, это вообще бомба. Так, нейтралка у нас включена, давайте сейчас мы его запустим. Вау. Звук вообще бомба. Will it break? Can I take?
Can I be your superhero? Это в помещении, знаете, я уже стал задыхаться рядом, когда шел от выхлопа. Так, осталось сейчас сделать пару фоточек для Инстаграма, и будет зашибись. И поеду, в принципе, домой. Так что я доволен, ребята, еще раз. Очень доволен, прям балдею. Так, сейчас. Ладно, все. Давайте я тогда сейчас закончу этот видос и... Остаток времени немножко поснимаю на нормальную камеру фотки, поэтому заходите на мой Инстаграм, если хотите увидеть более-менее качественные фотки этого девайса. Ссылку, естественно, найдете, как всегда, в описании. Ну, а с вами был я, Вилли. До новых встреч!